Сегодня, когда ценой возвращения в Европу, по обретению действительных или эфемерных союзников, является выдать на расправу Донбасс и вновь подарить чужому дяде Крым Севастополем, я начинаю понимать, что хоть мы сейчас и не воюем, как в 12-м году и в 41-м, в физическом смысле слова, все на фронте, но, по сути, это та же самая отечественная борьба. Считаете ли вы, разделяете ли вы точку зрения, что все-таки отношения Европы и России нуждаются в изменении? Да, безусловно. Опять же, можно обсуждать все, что угодно, кроме некоторых вещей. Некоторые вещи вы сами можете... С вашей точки зрения, Крым, готов к Крыму, да. Да, абсолютно. Что касается Донецка, то, опять же, на достойных условиях, как это и прописано, пускай возвращается, но они его не хотят на этих условиях. Им надо обязательно его репрессировать, чтобы другим неповадно было.